Всем привет! Вы на канале Concept Play, у микрофона Александр. Сегодня мы рассмотрим пистолет-пулемет Бизон, в описании которого сказано, что он хорошо сбалансирован. На что мой друг сказал, значит будешь сосать с ним на ближних и дальних дистанциях. Стоит отметить, что отчасти он прав. Порой ощущается недостаток в темпе стрельбы, но данный недостаток компенсируется высокой точностью и высоким уроном в представленном классе пипешек. Кроме того, Бизон имеет шнековый магазин на 64 патрона, в дальнейшем можно прокачать до 84. Впрочем, учитывая объем стандартного магазина и низкий ТТК, я не вижу смысла в установке данного модуля, тем более, что темп стрельбы всего-то 660 выстрелов в минуту. Что касается перезарядки, полная составила 2,7 секунды, тактическая 2,3 секунды. Кстати, перезарядка в режиме прицеливания имеет те же значения. А в случае установки перка «Ловкость рук» ее можно сократить до 2 секунд при полной перезарядке и до 1,7 секунды при тактической. Сейчас вы видите дистанции и необходимое количество патронов для убийства. Если стрелять в голову, то это значение будет на 1 патрон меньше. Теперь предлагаю посмотреть на точность стрельбы без контроля отдачи и будем переходить к модулям. Итак, в разделе дула рекомендую использовать дульный тормоз, так как он ощутимо влияет на отдачу и, исходя из тестов, делает это лучше, чем компенсатор. И еще, некоторые ошибочно полагают, что монолитный глушитель увеличивает дистанцию эффективного огня, хотя это неверно, он ее лишь сохраняет, а не увеличивает. В разделе ствол используем второй вариант для скорости прицеливания. Также подмечу, что первый ствол отвечает за дистанцию эффективного огня, но видимо что-то пошло не так. В общем, модуль не работает от слова совсем. Идем дальше. В разделе лазер ставим третий вариант. Это существенно увеличит точность стрельбы от бедра и скорость входа в прицел после бега. Что касается оптики, то я рекомендую сэкономить на данном слоте, так как стандартная мушка очень удобная. Но если все-таки захотите, то посмотрите гайд по ПКМ. Там я показал лучшие прицелы по скорости входа. Далее тыльная часть. Лично мне понравились два последних варианта, но я предпочитаю приклад корпус. Да, он будет чуть медленнее, чем приклад для ближнего боя, зато вы увеличите скорость ходьбы в прицеле. А если вы захотите максимально увеличить скорость вхождения в прицел, то ставьте вариант без приклада. Но в таком случае пушка получается очень кривой, и ее тяжело контролировать. Ну и последний модуль – это задняя рукоять. Рекомендую использовать третий вариант для контроля отдачи. Ну что, посмотрим, что получилось. В целом Бизон мне очень понравился, добротная пушка для нормальных пацанов, а говноеды пускай дальше играют с эмкой и двустволкой. На этом у меня пожалуй все, ставьте лукас, если считаете это видео полезным, и подписывайтесь на канал, если здесь впервые. Всем хорошего настроения и пока-пока!